Новое мукомольное предприятие откроется в Димитровграде уже этой осенью. Мельница расположилась на историческом месте, в зданиях бывшего мукомольного комбината. Комплекс был признан объектом культурного наследия. По словам директора мельницы, часть старых помещений в работе нового предприятия использоваться не будут. Старые здания устарели, они как реликвии все сохранены, оборудование все в целости и сохранности. Но ввиду того, что мельницы старые, они затратные в электроэнергии, очень на себестоимость влияет, мы решили сделать новую мельницу с минимальными затратами. В закупку нового оборудования вложили 180 миллионов рублей. Мельница смонтирована на 95%. До осени планируется доделать монтаж, запустить и обкатать. За 11 месяцев, учитывая 12-й месяц профилактики, на мельнице смогут перерабатывать 56 тысяч тонн зерна. Это порядка 44 тысяч тонн муки. Производительность этой мельницы, мельница это 6 этажей, составлять будет 170 тонн в сутки. Будет работать трехсменная работа здесь, трехсменка. Это она идет 120 тонн пшеничной муки и 50 тонн ржаной муки. Все сырье планируется закупать у фермеров Меликесского района. Димитровградскую муку смогут приобрести жители Ульяновска и районов области. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.